Вот. Там пулемет как раз ставил. Все. Местный, да.
12-7. Шевкат тоже 12-7. То есть по факту там 3 пулемета плюс оружие... Сколько, не надо говорить. Так, это они стоят на дежурстве. Они дежурные готовы. А сколько? Получил приказ, он заступил на приказ. Сколько они уже в море? Вот он сейчас 3 сутки уже стоит. Теперь катеры принимают решение. Если часто граница, район, и он резается. Вот, допустим, от сих до сих, так вот район ты охраняешь. Все, что угодно, столько раз сюда. Пропустить нарушение в данном районе. Все. А способы, методы, варианты, возможности он выбирает его сам. После дает свое решение, что решил с такого-то по такой-то службу не так, а с такого-то по такой-то. Качайся, я думаю, что краще, чтобы він з той сторони довів. Залежно від завдання, екіпаж. Яке завдання? Добу, тиждень, так. Ну, 5 тиждень. Тиждень. Потім сміна, так. Що, потім треба подозити, ну так, не для камери, потім подозити завдання. І на триваліший період, бо декуди навіть до одного тижня. Давайте. Можешь взять сейчас даже интервью по поводу досмотра, если хочешь. Ну да. С картиночкой, такой лайфик. Вы сейчас сделаете пару кадров. Да я снимаю, снимай. Ты можешь пригласить человека. Не вопрос. Я должен делать именно член экипажа самого. Вот этот вопрос, чтобы потом не было вопросов, что уже будет понятно. Если ну, да. Не хочешь сам открывать, значит, там что-то не то. Слово, предложение, все остальное, или действие. Написано старославянский русском. А с буквы, конечно, так оно и есть. Так, грубо флага, по-моему, после 20 лет было таким сигналом. Скорочка там еще различные варианты. Часть флага будет. Зуфушки у вас. Самые-самые-самые такие берег, что здесь включают. Хорошее море, снимать можно шикарно. Ну, если да. Так. Ну, 16-го лета вот, можно сказать. 31 декабря президент его вручил. Можно подождать побыстрее. Сейчас, подожди. Ты ж не спеши. Поехали разобрать. Ага.
летели чайки. Я не знаю, что это.
продать на салон.